С 2016 года по программе «Земский доктор» в Леневской районной больнице на 13 врачей-специалистов стало больше, а педиатрическую службу закрыли кадрами полностью. Удалось решить главную проблему – обеспечить маленьких пациентов участковыми педиатрами. Марина Лаврова переехала в Лениево из Алтайского края. Марина Лаврова родом из небольшой деревни в Алтайском крае. И какая-то традиция, говорит женщина, сложилась там. Выпускники поступали в медицинский. По целевому направлению студенткой Алтайского медуниверситета стала и она, выбрав педиатрию. Сказать, что с каким-то возрастом легче работать, так не скажешь. Потому что у каждого возраста свои нюансы. Если там до года они не разговаривают, но тем не менее мы в основном на маму полагаемся, то, что она смотрит, то, что она наблюдает, как вот с ребенком. Больше 5-6 лет им тоже сложно, они тоже не могут, их очень сложно заставить посмотреться, там даже вот живот посмотреть, это тяжело. Ну и подростковый возраст тоже не легче, потому что там тоже как бы все по-своему, им кажется, что у них все гипер, все болит, либо вот какое-то внимание им нужно. 7 лет Марина Лаврова лечила маленьких пациентов в селе Панкрушиха. Во время декретного отпуска вместе с мужем решились на переезд. Леневу выбрали с перспективой на будущее, поближе к Новосибирску. К тому же на этой территории действует программа «Земский доктор». В 2016 году врач приступила к работе в должности заведующей педиатрическим отделением стационара, а спустя год она возглавила педиатрическую службу больницы. Был такой момент, что до того, как был свой ребенок, немножко как, ну, можно сказать, как наученные, заученные фразы, а когда уже во все это самостоятельно окунулся, когда со всеми трудностями встретился, уже идет еще все-таки с точки опыта вот немножко где-то подойти, подход к маме, то есть в этой ситуации, когда побыл, когда страшно и ничего не понимаешь, и сейчас на маму смотришь, ну, как бы немножко отношения все равно по-другому, с большим пониманием и с желанием больше помочь. А заведующий педиатрией в больнице только положительные отзывы. Главный врач отмечает стремление Марины Лавровой сделать работу поликлиники лучше и проще. Доктор очень ответственный, очень спокойный. Как я всегда говорю, педиатр – это вообще особая категория людей, потому что им надо быть и добрым, и внимательным, и уметь успокоить, и выслушать ребенка, и самое главное – увлечь его. Это гораздо сложнее, чем работа со взрослыми. Вот у нас она такой человечек, который обладает всеми такими качествами. Благодаря, наверное, ее стараниям, ее целеустремленности, ее желанию, у нас педиатрическое отделение поликлиники. Столько труда тоже было вложено вот в это все, и только благодаря активному участию. Марина Лаврова признается, когда вступали в программу «Бережливая поликлиника», было страшно. Было много бумажной работы, потребовались новые знания. Но самое главное – результат. Сейчас у нас на всех 5 участках есть доктора. То есть это как бы можно гордиться тем, что сейчас все равно мы организовали на первом этаже, то есть еще один кабинет здорового ребенка, тоже немножко разгрузить. И вот сейчас отмечают, что все равно нет такой напряженности перед кабинетом врача, то есть нет такой толпы в 100 человек или 70 человек. Они, то есть сейчас уже более-менее разделили мы прием. Хотелось бы вот именно в этом как-то больше развиваться, чтобы действительно было приятно приходить в поликлинику, чтобы не было таких огромных очередей, чтобы у нас было все по записи. Ну вот в этом плане как бы есть над чем работать. И знания нужны, и вот опыт набираться все-таки. Коллектив, да, поддерживает, конечно. Конечно, одному не сдвинуть, не справиться совсем. Заведующая педиатрией отмечает плюсы программы «Земский доктор». И это не только финансовая поддержка врачей. Возможность выбрать территорию, которая позволит получить новый опыт работы. Хорошая почва для дальнейшего развития, а значит и оказание более качественной медицинской помощи пациентам.